Еще не палится, слышишь? На! Ну а для тебя я подготовил солнце в знаке льва. Сюда! Так у нас тип врубил. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанан. И как ты знаешь, мы снимаем «Дорога до Глобала». Это будет вторая часть. Сегодня я покажу тебе три катки, в которых ты просто офигеешь. Там есть читеры, ну и, конечно же, мой скилл. Поэтому приятного тебе просмотра, а там дальше розыгрыш. А перед началом ролика подведем итоги вот на это элитное снаряжение с царскими наклейками. Я нажимаю кнопочку «Старт» и давай. Победителями становятся, точнее, одним победителем становится барабанная дробь «Dark End». Я выиграл. «Dark End», я тебя поздравляю. Осталось теперь написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой аккаунт. Дружище, еще раз поздравляю. Ну а для тебя я подготовил «Солнце в знаке льва». Годная ВП, смотри, какие наклеечки царские. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И все, и на следующем видео ты попробуешь забрать этот скин. Окей, поехали смотреть теперь ржачный видос. Пригласил я Севу, сегодня Сева, экс-статус. Почему Туркиш Айма, почему не банана пик, алё? Я тебе флешку накину. Уходи! У меня двое мид! Вот здесь, смотри, справа. Бегут, бегут. Забрал бихайнд. Нормально, берем раунды. 4-0. Анубис. Давай еще раз мид. Нет, давай не будем, пожалуйста. Сейчас чихну. Тут надо только... Давай, кто, вот, кто больше сейчас фрагов сделает Савика, тот царь просто. Тот красавчик. Можно? Один уже есть. Просто тубик отсидит, слышь. Я же тебе сказал, ты мне не веришь? У тебя есть буквально 2 секунды на свое оправдание. Прости. Ой, ну-ну. I'm pro, bro. Say, you pro. Не-не-не-не. Check my skill, bro. Это мой, кстати, молик дал. Сам к тебе прикатился. Патроны кончились! Минус 87! Какого хрена? А, зачем пикать-то, алё, пацаны? I say left one and right one. Why you pick? Ладно, бывают такие раунды. Тем более эко-раунд. Хорош, Серега, царь просто. О, третьего сюда. Серега на фулл HD катает. Согласен. Я хедшот дал, минус 66 до попадания, что? Да ладно, это было очень сложно. С батярой отыграть так это очень сложно. О, мне звание дали. лети вперед, звание сюда. Это дорога к глобалу. И смайлик такой. А твое звание? Ну, сорян. Ну, ты понял, да, что нам с тобой уже дальше не по пути, ты теперь слабое звено. Ляна на самом деле стрёмная. Смысл стрелять по мне? Смысл стрелять по мне через смог? Так у нас тип врубил. Дало. Тихо, смотрим. Нас! Давай, дефьюз. Все, пацаны, наша гадочка. Читеры против читера. Что, серьезно? Это гамбала. Пацаны, может, лайк поставить, чтобы мне... Да, конечно, без проблем, брат. Сюда! Я хорош! Сюда, второй. Просто лучший. Морди, слышь, 0.05. Так а ты еще ржешь, что ты 1.05. Так а что, я выше тебя. У меня поддержка, помощь одна есть. А у тебя там ники не видно? Видно. Можете еще профиль лайкнуть, бля, по-братски? Можете профиль лайкнуть? Это жестко. О, сюда просто! Сюда! Сюда! О, подзатыльник! Настоящий дефьюз, настоящий, блядь, ебаный, смог. Гуджо, блядь. Все, пацаны, закончили. О, это что-то. Еще не палится, слышишь? На! Смотрел здесь. На! Еще одного, все. Вообще не палил ни разу. На! Закрыто, идет дальше. Просто в смог, хедшот, на, держи.
Так, дигл в руках. Не палится. Вообще не палится, знаешь. Я не могу с него. Сзади. Он знает сзади. Все, он контролит. Что-то у него какой-то плохой ВХ, слышишь? На, закрыто. Просто, знаешь, последняя информация, как мерч. Сейчас он пробьет. Что ты молчал? Понял, сори. Просто тип жесткий. Я ебал ты, как говно. Лучший брат, лучший. Хорош, блин, у меня уже болит это, слышишь? Ржать я больше не могу. Тоже врубил, слышишь? Даже с щитами мы не смогли ни хрена сделать. Настолько глупо я давно не играл. Ну ладно, ничего, бывает. Такое тоже бывает. Надо валить с этого ММ, такое говно. Да ну как? Ну как, я же целился прямо ему в голову. Какого хрена все? Там два софта, у нас один. Там два софта, у нас один. Давай, я на себя забайтил его! Так, симпл, смотри. Движение. Бомбу брать не надо, я так пойду, слышишь? Знает, что тип просто такая хрень. Вот видео подошло и к концу. Сам видел, в первой каточке на Анубисе я апнул звание. Показывал хороший скилл, а дальше мы залетели к читерам. С одной и с другой стороны просто был дикий какой-то угар. Сам все видел, поэтому с тебя обязательно лайкусик, подписочка и участие вот в этом вот розыгрыше. Халява для тебя. Ну и также посмотри вот этот годный ролик. Я что, зря что ли старался? Давай, специально же для тебя делаю. Пока.